Непристегнутый ремень или большое количество часов на смене – это одни из многих пунктов, которые могут угрожать жизни пассажиров. Сегодня мы отправимся совместно с сотрудниками ДПС на рейд такси для того, чтобы выявить правонарушение. Очередной экипаж ДПС прибывает на место проведения рейда. Точка сбора – 21-й километр трассы М-11 Нева. Личный состав дорожных полицейских получает от командира роты ДПС емкие инструкции, гласящие о том, на что обращать внимание при общении с таксистами. Будьте добры, водите удостоверение на автомобиль, путевую документацию, пользу гражданской ответственности ОСАГО. А еще лицензия, диагностическая карта, договор с таксопарком или разрешение на перевозку пассажиров, если остановили частного извозчика. Впрочем, проверяют не только документы. Этот штраф водитель такси получил, несмотря на то, что все бумаги в порядке. За ремень, за непристегнутый пассажиров и этот на задний фар. Говорят, что у меня сзади этот тормозная одна фара не горит. 1000 рублей за непристегнутый ремень безопасности и еще 500 за потухшую фару. Коллега нарушителя говорит, что уже попадал в подобные ситуации. Повторения печального опыта не желает. Без этого никак. Оно пишет будет каждый раз. Если нарушение будет, то они штраф выпишут. Штрафов во время рейда, к слову, выписали немного. Сами дорожные полицейские констатируют, подобные мероприятия неизбежно повышают сознательность водителей такси. Нарушений становится все меньше. В ходе проведения мероприятий проверено порядка 80 транспортных средств такси. В результате проведенного рейда выявлено 2 административных правонарушения со стороны водителей данной категории транспорта. По словам полицейских, еще в начале года частыми нарушениями в сфере такси были отсутствие опознавательного фонаря, в просторечии люстры или, скажем, специальной раскраски кузова. Но немалые штрафы и частые профилактические мероприятия делают свое дело. В ходе текущего рейда ни одного подобного случая выявлено не было. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.